С начала ежегодной эко-акции «Подари вторую жизнь своей елке» в течение 3 недель жители Одинцовского округа сдали в специальные пункты 854 новогодних дерева. Это около 170 кубических метров ценного вторсырья. Напомним, собранные ели напрямую отправляются на вторичную переработку. Из них делают щепу, которая затем используется для компостирования и производства почвогрунтов для высадки новых елей. В этом году еловая щепа будет также использоваться при устройстве биофильтров с бактериями при дегазации закрытых и действующих полигонов ТБО Московской области.